Сытые хвостики. Этот вопрос должен был бы отпасть сам собой и стать обыденным делом. Пост благодарности сельского мини-приюта Людмилы Чернецкой, которую не выразить словами. Любых слов будет мало. Дорогие друзья, со слезами на глазах говорит волонтер-инвалид вам огромное спасибо. В который раз вы нас спасаете. Опять мы сделали закупку продуктов на неделю. Еще одна неделя с продуктами. А так хочется, чтобы эта тема была закрыта раз и навсегда. Ведь продукты – это необходимость, которая нужна каждый день всем. Почему жизнь стала такой сложной? Когда вопрос о питании хвостиков отпадет, а станет простым, обычным походом в магазин. Очень хочется верить, что все же когда-нибудь для нас настанут хорошие времена, и больная тема, чем кормить животных, будет навсегда закрыта. А пока Людмила Чернецкая в тысячный раз от всего сердца благодарит всех, кто помогает нам в это нелегкое время. Без вас нам просто не выжить. Родные наши, большое вам спасибо. Купленные в этот раз продукты: куриные спинки 50 кг, крупа 2 мешка, упаковка белизны, рыбка 10 кг, мешок пробаланса и пурина, мешок опилок для животных и утеплитель. Как всегда, самая дорогая в этой покупке – дорога.